Здравствуйте, меня зовут Алексей. С вами мы уже знакомы по видео, когда я представлял вам, вашему вниманию, станок Мастер 2У. И с помощью его изготавливал скамейку, используя фактурный прокат. Сегодня хочу показать одну из новинок компании MAN. Мастер Универсал, который превосходит, намного превосходит Мастер 2У. Вот, ну давайте осмотрим его. Так, значит, что? Станок имеет две зоны рабочих. Одна, то есть, которая используется для фактурного проката, для нанесения фактуры на прокат, как профильная труба, так и полнотелый прокат. Значит, вторая зона, соответственно, для изготовления валют, бублики, зяблики, кто их как только не называет. Значит, ну, элемент торсиона, продольная скрутка, сюда крепится балка. Вот здесь также видим съемное рихтовочное устройство. Крепится она просто довольно-таки, здесь же она регулируется. Все. Значит, горизонтальная рихтовка, вертикальная рихтовка. Значит, станок запускается легким движением, значит, включение автомата. Ну и происходит управление. Управление двумя кнопками вперед-назад. То есть мягкий пуск. Четкая остановка. Ну, здесь я внес некоторые свои дополнения, уже да простят меня производители. То есть сделал джойстик для удобства. То есть и его можно в разной зоне повернуть. Но это лично мое. Вот. Сегодня, значит, мне хотелось бы вам, ну, не сегодня, вообще хотелось бы вам показать изготовление некоторых элементов, которые можно использовать как вставки для ворот, заборов, калиток, ну, что душе пожелает. Значит, ну, этот рисуночек несколько видоизменим, будет в виде арки, дабы показать прокатку профильной трубы 40 на 40, 2 мм, 1,5 мм, 3 мм. Также хочу представить, значит, комплектацию, но это еще не полная комплектация, то есть, ну, все, что нам нужно будет для работы, здесь все есть. То есть усиление профильной трубы 40 на 40, прокат, значит, плаза, тут тоже усиление, трак называется. Так, это, если я правильно помню, жемчуг. Ну, в принципе, названия все вы можете посмотреть на сайте компании MAN. Вот. И также хотелось бы сказать о том, что этот станок можно использовать, вот как я использую в гараже. Вы видите. То есть это гараж 11 на 5. Работаю один. И поэтому, ну, что можно делать с этим станком, я вам все покажу. Значит, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Значит, на любой вопрос отвечу, любой комментарий посчитаю за только плюс себе, как он будет положительный, так и отрицательный, если будет. Кстати, вот уже изготовил с помощью этого станка трешеточки. Это ограждение для балкона. Значит, такого плана. Ну, тут еще красить надо будет. Вот, значит, использована фактура трак для полосы. Значит, профильная труба. Вот. Ну и, соответственно, видите, что это уже придает какой-то определенный свой, ну, шарм, так скажем. Да, я согласен, что это не чисто ковка, это гнуть ее,
Но это гнутье ничем не будет уступать, значит, ручной ковке. Вот. Для профессиональных кузнецов может очень сильно облегчить работу, облегчить труд. То есть, когда заказ очень большой и требуется больших объемов, всевозможных прокатов, отбоек и прочее-прочее, то есть этот станок может вам помочь. Сейчас я хочу показать работу станка с профильной трубой для начала. Рассмотрим вот такой вот элемент. Сейчас я приближу камеру к изображению, чтобы было видно. Вот. Это будет мегавалюта, давайте так назовем ее, с профильной трубы. Для этого нам нужно будет... Значит, профильная труба 40 на 40, 40 на 20, так как мы будем имитировать перильное ограждение 20 на 20, ну и элемент будет состоять из трубы 15 на 15. Все это будет со стенкой 1,5. Мы это все отфактурим. Для начала всегда всем рекомендую перед началом работы, так как прокат находится на металлобазах под открытым небом, вода, снег, то есть он ржавеет, покрывается ржавчиной. Я всегда всем рекомендую для начала работы почистить это все, чтобы работать с чистым металлом. Да, еще хочу сказать о том, что в момент съемки я буду ужасно нарушать технику безопасности. Просто ужасно. Заключаться это будет примерно в том, что буду работать без кожуха, голыми руками. Ну, естественно, очки, маска, это будет всегда при мне. Вот. Новичкам категорически рекомендую использовать защиты, одевать перчатки, чтобы не обжечься. Ну а когда наберетесь опыта, уже можете попробовать и без этого. Хотя я это не рекламирую. Так, значит, использовать будем закручивание вот на этом приспособление, что называется, мега лекало. Сейчас на данный момент я его уберу. Можно, конечно, это все в изделии делать, но в изделии это будет неудобно. Вот. Потому что сейчас мы, если по прямой это все чистим, это все по прямой чистится. Кстати, вот эту щеточку называют как угодно. Кто-то тещей, кто-то ведьмой называет. Так что... Ну все, я почистил. Еще я иногда использую смывы после краскопульта, когда обмываю краскопульт, внутреннюю часть от краски. Я их не выливаю, я их сливаю в баночку и после потом кисточкой покрываю, значит, поверхность. Для чего это делается? Делается это для того, чтобы в любом случае в процессе изготовления подергивается ржавчина. А в данном случае я смываю то, что почистил,
естественно, остатки масла, которые тут есть. Вот. Ну и создаются определенные условия защитные. Грубо говоря, как бы грунтуры. Ну, настройка на прокат, значит, делается просто. Самое главное выставить вот эту часть, то есть ее четко по высоте. Тут все регулируется, четко по высоте, значит, чтобы высота вот этих двух совпадала с базовой высотой. Так, линеечка у меня где, чтобы показать. Так, ну вот она. То есть она здесь лежит, там она тоже касается, лежит. И подхватывающий ролик тоже, вот подхватывающий ролик тоже, чтобы был на высоте. Так, сейчас поменяем волки на прокатку 40 на 2. Возьмем вот эти вот. Ну, других у нас и нету. Пока нету. Вот, поэтому возьмем вот эти.
Вот мы и прокатали, значит, длинные, короткие прокатали. То есть сами видите, что вид уже абсолютно другой всего этого. Сейчас перейдем к сборке. Ну вот я выложил примерно, какая секция будет. Вот. Если вы обратили внимание, я активно использую струбцины. Сейчас нам надо будет прокатывать лапки, вот, поэтому это все хозяйство, которое у нас стоит, мы это убираем. Для того, чтобы прокатать лапку на профильной трубе, я ставлю ролики, которые вот эксцентрики, рифленые такие. Вот. Далее ставится упор. Это когда мы трубу профильную между роликами заносим, чтобы одинаковые лапки получались. Для этого вот этот упор служит. Вот, ставим его практически до самого конца. Значит, все, одеваем стяжку валов. Стяжка валов служит для того, чтобы снять нагрузку с подшипников валов. Начинаем прокатывать. Значит, следим за тем, чтобы вращение было не забирало, а выталкивало. То есть вращение, чтобы выталкивало заготовку. Все, вот получилась расплющенная лапка, условно лапка, можно назвать ее, просто сплющенная. Так, вторую сейчас камеру немножко поправлю. Так, вторую точно так же, то есть видите, как выталкивала заготовку. И аналогично получилось то же самое. Вот. Сейчас. Что мы будем делать сейчас? Так как
вы видите, что это профильная труба, и такой кончик как бы не совсем эстетичен, потому как, ну скажем, если это будет уличное ограждение, да, дождь, снег, все такое прочее, это все будет влага попадать туда, ну и соответственно внутри будет ржаветь. Поэтому мы сейчас это заварим и обработаем аккуратненько. Для того, чтобы нам сделать мегазавиток, как мы его обозвали, мегавалюту, так мы сказали сначала, значит, нам необходимо сначала там, где мы лапки сделали, значит, закрутить на сборном лекало. Так как концы здесь достаточно такие тонкие получились, поэтому будем использовать эксцентрик самый большой. Вот этот. Все крепится эксцентриками. Так. Значит. Ну, кто-то может сразу отработать вместе с ней, не снимая ее. Я предпочитаю снимать, чтобы она не мешалась, потому что она будет болтаться. Но я предпочитаю снимать. И доводим до конца. Если у вас объем большой, и таких нужно сделать несколько штук, то можно просто поставить меточку на валу и на корпусе, чтобы именно в этом месте останавливать. Это тоже просто. Все. Большой завиток готов. Начальник. Сейчас второй. Эту лапку беру сейчас, чтобы она мне не мешалась. Кто-то может не убирать. У всех разные подходы к работе. Хотелось познакомить всех. Маленько усилия. Метки. Все. Второй тоже готов. Ну так как у нас всего их две, поэтому движений много.
выметки у вас соответствовали. Я вот сделал на валу рисочку и на лекало риску сделал, чтобы надевать в одном и том же положении. Если мы с вами переворачиваем, то эта метка уже не будет соответствовать действительности. Значит, здесь я тоже поставил меточки. Вот у меня здесь сборное лекало. Метка сборного лекала. Вот. А здесь метка. Это мега лекало. Для того, чтобы нам постоянно не настраивать этот вот упор. Подвигаем и сразу ставим. Здесь особо дури не надо затягивать. Здесь уже зажимать акценты обязательно. И приехали закручивать. Смотрим, чтобы труба не уходила ни в эту сторону, ни в эту сторону. Поэтому надо все равно не закручивать. Доводим до определенного размера и также ставим меточку. Можно даже отметить букву М. Это в том случае, если у нас их будет много. Все. Вот оно получилось. И кончик обработанный достаточно таки эстетично, и сам завиток. Вторую. Внимательно следим, чтобы все ровно. При необходимости поправляем. Доходим до метки. Обратили внимание, да, что стоп как работает, то есть не продолжает вращение, как у некоторых других производителей, а сразу же останавливается. То есть я отпустил кнопку, двигатель остановился.
пойдемте на сборочный стол. Ну, значит, на сборочном столе что у нас получилось? Я выложил эти два элемента, но я уже не стал вас утруждать. Смотреть, как я режу болгаркой, пилю, подогнал концы этих двух элементов вот друг к другу. В другом видео в дальнейшем я объясню, почему я поступил именно таким образом. Почему я стал собирать данный элемент из двух половинок. Но это я позже объясню. Скорее всего, в следующем видео. Все сейчас состыкуем здесь. Вымеряем вот эти вот элементы, которые... Сейчас я подниму маленько. Вот эти вот элементы вымеряю и будем делать их. Blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead? Все, лапки опять сложил. Сейчас опять я здесь заварю, аккуратно зачищу. Будем элементы делать. Самое главное — щели закрыть, чтобы туда не попадала влага. Это самое главное. Все, сейчас пойдем к станку. Смотрим, где у нас рисочка. Вот она у нас, рисочка. Вот. И на этой части вот она. Для того, чтобы нам знать, какие полки закручивать. Для лучшего эффекта я счел необходимым прокатать на ручных пальцах эти вот заготовочки, чтобы получить бублики. Вот. Ну, давайте сейчас прокатаем. Закрутим работу. Еще хочу предложить момент, чтобы проверить эксцентрик. Давайте зажмем на самый-самый краешек. Так. Так, вон у меня меточка стоит. Все.
Буду готов. Вот, значит, полученные элементы вкладываем вот в этот рисунок. Теперь я объясню, почему мы делали все-таки пополам. То есть сначала одну, потом вторую. Видите? Деформация какая. Вот. Причины деформации этих масса. Начиная с того, что труба неровная, что когда прожимаем, она начинает испытывать какое-то напряжение, что мы начинаем закручивать. Масса причин. Вот. Чтобы это избежать, я делаю пополам. То есть так деформации намного меньше. Если бы мы делали из целого куска, то она была бы вообще ужасной. И в момент правки все наши диаметры убежали бы неизвестно куда. Поэтому я предпочитаю делать пополам одну часть и вторую часть. Значит, а чтобы уйти от нее, чтобы не гнуть лишний раз руками где-то что-то, чтобы не нарушать нам диаметр, я использую, прижимаю, в общем, к столу с помощью саморезов, всевозможных подкладочек, прижимаю к столу это все. И потом после сварки она встанет на свое место. Убедитесь потом. Заготовленные ромбики. Это обыкновенная профильная труба, обрезки профильной трубы, которую я просто подогнул на скрипуце, и все. Сейчас покажу, как это все делается. Ровно. Сейчас переворачиваем.
опять закладываем и опять притягиваем. Ну вот мы с вами совершили первое знакомство со станком Мастер Универсал. Вот. Давайте подведем итог всего этого. Значит, что у нас получилось? Прокатанная фактура на профильной трубе придает определенный шарм изделию. То есть можно превратить простой прокат уже более красивый. Давайте к станку подойдем. Значит, что попробовали протестировать, значит, зажим самого кончика. Прокат показал себя с хорошей стороны. Думаю, это тоже для вас что-то тоже будет значить. И мягкий пуск. Так, включим. Так. Мягкий пуск без всякого дергания. Остановка там, где нужно. Ну, я думаю, что вы получите плюсы, если приобретете этот станок. Будете работать. Хочу сказать, что это один из самых лучших для самоизоляции способов. То есть я никуда не хожу, ни в какие общественные места в данный момент. Приехал к себе в гараж и занимаюсь. Вот. И деньги зарабатываю, ну и не бездельничаю. Так что приобретайте станок. Под видео пишите комментарии, обязательно вопросы задавайте всевозможные. На что смогу, на то отвечу. Хотя, в принципе, ну, с этим оборудованием я уже знаком давно. Помимо мастеров этих всех,
видел и Ажур, работал на Ажуре, и Хэба немножко в руках у меня было. Ну, думаю, что помогу. На сайте будет дан телефон технической поддержки, это мой телефон. Звоните, можете даже договариваться по поводу мастер-класса, то есть можете приехать ко мне перед покупкой станка, ну и потрогать, пощупать этот станок своими руками. Все, на этом пока все. Значит, когда начну делать следующее изделие, опять начну проводить съемку, ну и более подробно буду рассказывать. Вот. А так задавайте вопросы, чтобы какие-то моменты, если интересуют конкретно, то буду отвечать. Давайте, всем пока.